Отличный гарнир для семейного обеда. Гречка с грибами и помидорами, обычная каша превращается в сытное и вкусное блюдо. Гречку очень легко приготовить с грибами и помидорами, используйте для этого шампиньоны и сочные спелые томаты. Каша получается очень сочной и вкусной, всем понравится. Гарнир готовится в сковороде на медленном огне под крышкой. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все ингредиенты. Промойте шампиньоны, нарежьте пластинами. Репчатый лук почистите и нарежьте полукольцами. Разогрейте масло в сковороде, обжаривайте грибы с луком до золотистого цвета, обжаривайте 4-5 минут, добавьте чуть соли и перца. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Нарежьте кубиками помидоры и сразу всыпьте к грибам, перемешайте. Сразу всыпьте и промытую гречку, влейте примерно 250 грамм воды, чтобы жидкость покрыла крупу, посолите, накройте крышкой и томите на медленном огне 25 минут. Каша готова. Сразу подавайте к столу, приятного аппетита. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Гречка 150 грамм, шампиньоны 150 грамм, помидоры 70 грамм, лук репчатый 50 грамм, масло растительное 30-40 грамм, соль по вкусу, черный перец по вкусу, вода 250 грамм, количество порций 2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.